Представляете, как мы бизнес, который работает, продает важно. Спасибо, спасибо, Алексей Леонидович, вам за это. Я хочу сказать своим друзьям, что в следующем году исполнится 50 лет, как впервые в этом зале появился космонавт. Это был Юрий Гагарин в мае месяце 1961 года. Здесь был Юрий Гагарин. А сегодня он был один в мире, а сегодня уже около 500 космонавтов и астронавтов. Вот в этом зале никогда столько не собиралось космонавтов и, наверное, не соберется. А может, соберемся. Мы, конечно, безмерно рады быть на нашей Земле и в вашем присутствии уже от имени космонавтов сказать большое спасибо нашему коллеге Володе Ремику. Он долго очень готовился к этому и проявил, конечно, незаурядные способности организатора, умение привлечь толковых, умных людей, и в том числе наше посольство, к проведению этого мероприятия. Спасибо тебе большое, Володя. Я за эти недели правда имел возможность в открытом эфире сказать о большой роли Русско-Чешского банка, которым возглавляет Роман, здесь с благодарностью за это участие не только в Конгрессе, но и вообще в проведении космических исследований вместе с Чехией. Спасибо тебе большое, Роман. Ну, спасибо за такое, что я не помню, кто купил эту работу. Я помню, что я подписал чек на детский дом конкретно. Это было в июне, в марте месяце было. Но я буду очень рад, если она останется здесь. Посольство – это высшая честь. Спасибо большое. Спасибо.